Всем добрый день! Я рада приветствовать вас на своем канале Зульфия Кейк. И сегодня готовим торт. Название я ему дала «Райский», так как это будет кокосово-клубничное наслаждение. И начнем с приготовления кокосового бисквита. Форма у меня в диаметре 19 сантиметров, и для этого нам понадобится 3 яйца, 120 грамм сахара, 70 грамм муки плюс 1 чайная ложка разрыхлителя, 50 грамм кокосовой стружки и 1 столовая ложка кокосового масла. Итак, приступим. Начинаем взбивать яйца на средней скорости в течение нескольких минут, после чего добавляем сахар и на максимальной скорости взбиваем 10 минут. Яично-сахарная масса готова, после чего в несколько приемов добавляем, обязательно просеивая муку, перемешивая лопаткой снизу вверх. Делаем это аккуратно и быстро. Далее добавляем кокосовую стружку, также аккуратно вмешиваем и в конце выливаем масло и все соединяем. Форма заранее приготовлена с пергаментом и обернута фольгой. Тесто перекладываем в форму и отправляем выпекаться на 30-35 минут при 180 градусах. Бисквит готов. Даем ему полностью остыть и разрезаем на 3 равные части. А также приготовим кокосовый крем. Для этого нам надо 250 грамм отвешенной сметаны, 100 грамм сливок, у меня жирность 15%, белый шоколад 130 грамм, кто любит послаще, можно добавить еще сахарной пудры, и кокосовая стружка 80 грамм. Сначала растопим белый шоколад. Шоколад должен быть комнатной температуры. Вводить его горячим нельзя. И начинаем взбивать сметану до однородности. После добавляем сливки. Хорошо все взбиваем в течение минуты. Отправляем шоколад и опять все быстро соединяем до пышности в течение нескольких минут. После вводим кокосовую стружку лопаткой. Кстати, стружку я чуть измельчила в кофемолке. Вот и все, крем готов. Структура и плотность крема отличная. Можно поставить в холодильник для большей устойчивости. И приступаем к сборке торта. Крем я переложила в кондитерский мешок с насадкой. Делаем капельку крема на подложке, чтобы хорошо зафиксировать корж.
А также у меня заранее приготовлен клубничный конфитюр из замороженной клубники. Рецепт конфитюра есть у меня на канале. По такому же принципу готовим и этот конфитюр. Первым делом выкладываем конфитюр на корж. Стараемся равномерно все распределить. После отсаживаем по краю коржа крем, а можно просто нанести ложкой. И то же самое проделываем со следующим коржом. После чего отправляем торт в холодильник на пару часов, чтобы крем схватился. Покрываем торт глазурью из сливки плюс шоколад, соотношение 1 к 3. После украшаем кокосовой стружкой, а также у меня дополнит и украсит торт несколько шоколадных шаров. А сейчас можем посмотреть на внутренний мир райского торта. Вот такая красота получилась, и по вкусу он безумно нежный, с прекрасным сочетанием кокоса и клубники. Я рекомендую приготовить вам этот торт и насладиться этим райским вкусом. Ну а если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик и до новых встреч. Пока-пока!